Моя фамилия Хопрёсков пошла с реки Хопра. Мои предки все жили на Хопре, селились. И над этим Хопром нависла такая угроза. Никель. Но почему президент подписал о споласкивании никеля в Хопре? У меня возникло такое мнение, что президент, несмотря на этот договор, просто подписал его, не читая. Ну, у меня потом уже тоже появился, но он же президент, он должен на это внимание обращать. Ну, надо, чтобы он ее прочел внимательно, потому что, как сказать, потому что он не скорее всего, а точно смотрел на этот договор невнимательно, он просто подписал его, быстрее бы отделались. А вот казаки некоторые, какие у ГМК сдаются, это не казаки, это мальчиши-плохиши. Лучше им снять форму, не позорить отцов и дедов своих. Рюма! Волосы не растет. Уважаемые товарищи, конкурс.